Добрый вечер, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Сегодня в Краснодаре чуть не произошло ЧП. Как вы можете видеть на камерах видеонаблюдения, двое мужчин пытаются заманить мальчика в автомобиль ВАЗ-2114. Как сообщили очевидцы, следить за мальчиком мужчины начали еще в супермаркете, куда он зашел за продуктами. Подозреваемые сначала предлагали ребенку оплатить покупки, а затем купили ему чипсы и лимонад. Уже на улице они стали уговаривать мальчика сесть в машину, притом всячески пригораживали ему путь. Это прекрасно видно. Но, слава богу, он не растерялся, сделал вид, что направляется к двери машины, а когда мужчины на мгновение потеряли бдительность, смог убежать. Данные записи с видеокамер сейчас внимательно изучают полицейские. Артем Коноваренко, начальник пресс-службы МВД России по Краснодару, сообщил, что в полицию обратилась мать несовершеннолетнего. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности мужчин и их мотивов. Известно, что в машине находился третий неустановленный мужчина. Вот такая история, которая могла закончиться печально. А я в свою очередь надеюсь, что этих балбесов скоро найдут. И это, мне кажется, не составит сильного труда для полиции. А вы берегите своих детей. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра.